Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. На улице холодно, сыро, слякотно, я бы сказал. Самое время есть согревающие острые похлебки. Я собираюсь приготовить чечевичную. Во-первых, потому что она мне безумно нравится. А во-вторых, потому что чечевица очень полезна для иммунитета. Что особенно актуально в наши ковидные времена. Я собираюсь приготовить ее с острыми сырыми колбасками. Столько раз уже показывал приготовление подобных, что сейчас решил не тратить ваше время. Здесь жирная свинина, соль поваренная, 15 граммов на килограмм фарша, 3 грамма черного перца, 1 грамм красного острого и 10 граммов свежего чеснока. Еще вчера набил их в свиную чреву, и они ночку лежали в холодильнике. Приступим. Чечевицу отправлю вариться в небольшом количестве воды. Она будет полностью готова минут через 40. А я пока займусь ароматической стороной будущей похлебки. На сковороде подрумяню слегка колбаски, причем до готовности доводить не надо. И пока они обжариваются, нарежу овощи. Лук мелким кубиком, сразу его к колбаскам. Кстати, их можно уже перевернуть. Морковь надо почистить, нарезать. Еще хороши в такой похлебке стебли сельдерея, но их обжаривать сильно не надо. Так что добавлю к колбаскам стебли в самом конце. И уже в самом конце, перед выключением, добавлю мелко нарубленный чеснок, побольше. Можно было бы его позже нарезать, но что время терять? Тут у меня еще сладкий перец завалялся, тоже его в дело пущу. Отправлю в кастрюлю в похлебку минут за 5 до готовности. Кстати, пора уже добавить сельдерей. Только колбаски выну. Их надо нарезать для более удобного поедания. К этой похлебке очень хороши чесночные сухарики. Я их готовлю из хлеба для сэндвичей. Так-то он на мой вкус абсолютно несъедобен, но вот в сухариках просто прекрасен. Это очень пористый хлеб, и когда он высыхает, подрумянивается в духовке, то сухарики получаются очень такие легкие, такие сыпучие, не царапают небо, ну прям прекрасные, короче. На противень фольгу, чтобы не отмывать его потом. Сюда нарезанный хлеб. И приправлю его гранулированным чесноком. Также солью и оливковым маслом. И перемешать. Десять-пятнадцать минут под верхним грилем, и сухарики будут готовы. Температура 200. Процесс прошел, чечевица варится уже 20 минут, еще 20 она будет готова, пора собирать похлебку. Отправляю в кастрюлю овощи, колбаски и доливаю мясной бульон. Бульон такой мутный, потому что варился вместе с овощами. Потом я его пробивал блендером. Можно и воды, конечно, но с бульоном вкуснее. И сразу же лавровый лист положу. Для большей остроты сюда отправлю жгучего перца. Это очень жгучий. Мне частенько попадалась информация, что если лавровый лист рано закладывать, то потом бульон горчит. Не знаю, на мой вкус разницы между закладкой за 5 минут до готовности и за 20 минут до готовности нет. Ну, я, по крайней мере, не различаю. Через 20 минут добавлю нарезанный чеснок, выключу нагрев, и можно будет трескать. Очень согревающее блюдо. Так, уже надо попробовать. Обожаю. Обожаю чечевичные фасолевые супы в такую погоду, когда на улице холодно, промозгло. Это такая штука. Она так классно согревает. Острота присутствует, насыщенность вкуса.
На бульоне тем более. Нет, даже без бульона будет хорошо, потому что здесь колбаски такие острые. Но на бульоне вообще прекрасно получается. Слушайте, готовьте. Даже не обязательно с вот этим сладким перцем готовить. Все равно будет классно. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока. We'll be right back.